Ждем, пока восстановится теперь эта способность. Меч сэра Персиваля будет служить вам. Что вы нам прикажете? Ну вот, он восстановил свою крепость. Но до поры до времени, мало ли что может еще случиться. Еще 4 великана сейчас придут. О, он собирает войска на меня идти. Ну, наконец-то будет что-то интересное. Тогда я тоже соберу войска. Есть, сэр. Шагом марш! Арбалеты на плечо. Вперед! Только прикажите. Много рыцарей. Но это я играю через стандартные войска. Вот в чем прикол. Мы готовы. Спешится. И... Идем на бой. Наша жизнь принадлежит вам. Им требуется вот это вот. Блин. Вот это отстой. Ты мой господин. Сюда! Придется копить кучу дерьма всякого. О нас сложат легенды. Давай! Готовы, сэр? В боевом порядке! На позицию! Пошли! Живо! Мы выступаем? Еще 4. Да, так я буду долго их на кони садить. На коней. Мой лорд? Вот еще двоих посадил на коней. Мы на коне. К сожалению, продавать отсюда вожи нельзя. Иначе бы я давно продал. Что вас беспокоит, сэр? Вперед! Милорд? Нифига себе великанов. Не зря он самый крутой. Давай! Мой меч к вашим услугам. Пришпорьте лошадей.
Я иду под вашими знаменами. А ну, живо! Шевелись! Только прикажите. В галоп. Много великанов собралось. Очень много. Им даже вот эти вот камикадзе пофигу, откровенно говоря. Так. Зачарованные шары? Что за хрень? Мы идем на бой? Вперед! Блин, теперь я на коня буду долго их ставить. Сколько рыцарей просрал. Просто ужас. Вот это я идиот. Добавить, что ли? Позволило фермерам собрать рекордный урожай. Скоро они доставят его нам. А, у меня долбаного дерева нету. Блин, зачем я его покупаю? Враг напал на одно из наших поместьй, мой лорд. Господин? Наши войска атакуют враг. Послание от брата Иакова. Высылайте свои войска. Я заберу то, что принадлежит мне по праву. Государь? Господин? Государь, ждем приказа. Послание от брата Иакова. Так не должно было быть. Мое королевство полностью разрушено. А нет, он как-то начинает выживать нормально. Сейчас вот он... А, блин, тут великанов куча. Ты мой господин. Давай. Не все идут и идут и идут, хрен знает откуда. И все идут и идут и идут и идут и идут и идут.
тут. Блин. О. Раз. О нас сложат легенды. Мы выступаем? Еще 22 рыцаря нужно. Послание обеспечить конями. Отлично! Еще одно владение переходит ко мне. Ну, это временно на самом-то деле, я думаю. А, вот, видите, у него, короче, тут это ров. Вот почему он еще жив. Ров спас ему жизнь. В галоп. Какие испытания нас ждут? Наши войска атакуют враг. Государь! Наши судьбы связаны. Милорд! Ждем приказов. Клянусь быть... Послание от епископа. Наши владения растут, а с ними и наша власть. Смирно! Арбалеты на изготовку! Живо! Мой меч к вашим услугам! Вперед! Так, я подожду, пока это перезарядится, и пойду сюда наступать. Ох, сколько здесь великанов, просто ужас. Какой ужас! Против него хрен поиграешь вообще, против этого бота. Игра сохранена. Потому что у него просто не эпическое количество этих великанов. Также не помешало бы мне требушетов и катапульт понаделать. Блин, 500 одна штука. Это плохо. Я иду под вашими знаменами. Давай. Как скажете. Вперед. Пришпорьте коней. Меч сэра Персиваля будет служить вам. Вперед за сэром Персивалем! Вперед с честью! Во имя государя! Нужно отманить часть. Как прикажете. Следуйте за моим знаменем. По коням! Да, милорд, как скажете.